Латвии. Вы очень просто скажу пару слов в поддержку все-таки этой программы, потому что очень насыщенная была программа, была интереснейших встреч, на мой взгляд, и каждый ехал с какой-то своей целью, со своими вопросами, и у нас была возможность непосредственно задать свои вопросы, волнующие каждого нас, из нас, и вести какую-то такую живую беседу, получить информацию из первоисточников. Поэтому, в принципе, каждый ехал со своей какой-то целью, и я очень надеюсь, что каждый вынес что-то полезное из этого для себя. Но в целом для молодежи, мне кажется, такого рода поездки полезны, потому что есть возможность действительно пообщаться, ознакомиться, посмотреть и какие-то для себя сделать выводы и получить полезную информацию, построить какие-то контакты. Спасибо. То есть вы пользу больше пользы видите в этом, чем вы только, да? Лично я, да. Очень хорошо, спасибо. Извините, есть ли еще выступающие от молодежной делегации? Если кто-то хочет свое авторское мнение, какую-то позицию высказать? Иначе мы сейчас переходим к вопросам, потому что возникли вопросы к молодежной делегации. Пожалуйста,